Всем привет! Морковь называют королевой осени. В ней много кератина, витаминов и минералов. Поэтому очень важно сохранить морковь до следующего урожая. Выкупанную морковь нужно тщательно просушить. Если она грязная, то нужно вымыть и также высушить. Затем нужно обрезать ее у основания вот таким образом. Далее укладываем под целлофановым пакетом. Очень тщательно завязываем, чтобы воздух не проходил к нашей моркови. И опускаем в погреб. Таким образом морковь может храниться до следующего лета. Желаю всем удачи. Пока!